Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы сегодня будем делать просто невероятное зелье! Очень мощное, очень сильное, на самом первом уровне! Огромное спасибо хочу сказать Михаилу Саару, который мне рассказал за этот секрет. Ну, я, правда, его немножечко улучшил. У меня первый уровень, я играю за Каджитика. Это у меня такой тестовый персонаж. И здесь вот, совсем недалеко, все рядышком, ребят. Все, вот-вот, бери и качайся. Вот, что нам нужно. Нам нужна вот эта вот рыбка, которую можно поймать. Только это, ребят. Это лосось, который прыгает вверх. И нам нужен именно он. Тот, который просто плавает в водоемах, нам не подходит. Его можно попробовать поймать. Но это, черт подери, очень сложно. Я ловил. Ловил. Это нужно навести и... Ну как так? Вообще невозможно. Но есть очень крутой способ. Заходим в разрушение. Пламя. И просто палим. Просто ее палим. Так. Нету. Да, нету. Можно подождать часик, чтобы у нас восстановилось. И попробовать такой фокус со второй. Они здесь не бесконечные. Они заканчиваются, но восстанавливаются через каждых 10 дней. Так. Мои маленькие. Как вы видите, вы потом можете их найти ниже по ручью. Вот прям икра. Да, лососевая икра, друзья. Вот она сколько. О, блин. И вот. Главное не пропускать. Это просто лосось. Так, давайте посмотрим. Ингредиенты. Ну, у нас уже есть лососевая икра. 6 штук. Едем дальше, ребят. Теперь нужно немножечко пробежаться обратно. Самое что ни есть, малость. Второй ингредиент, который нам нужен. Второй, он тоже тут рядышком. Так, ребят, ну что, вот мы пришли. Смотрите, вот там, вон, камни-хранители. И мы просто вот чуть-чуть прошлись. Вот сюда. И здесь затопленный курган. Ну, типа когда-то был курганом. Вот он. И здесь нам нужны морские желуди. Вот они маленькие. Да. Так, где-то тут еще. Так, ну давайте посмотрим лутик. О, неплохой. Вначале можно найти и немножечко разбогатеть. Тут его довольно много, так что икры тоже нужно запастись побольше. По-моему, еще на столбах было. Вот. Можно по этой речке проплыть и кое-что еще узнать. Здесь недалеко есть камень. Благословение знаком леди восстанавливает здоровье и запасил быстрее, друзья. Вот от него мы забираемся вот сюда наверх. Вот сюда. И здесь. Здесь и тайно спрятан вот этот вот корабль. Какая-то мачта, да? Давайте нырнем. Тут можно кое-что найти. Скелетик. И также, друзья, морские желуди, которые нам нужны. Лутик тут совсем слабенький. Самое ценное — это морские желуди. Так, наберу воздуха. Вот еще. И все. Ну все, друзья. Мы взяли достаточно. И тут можно очень много, очень-очень-очень много набрать их. Давайте им теперь доберусь до маленького домика, где можно сварить сразу это зелье. Так, ну что, мы вернулись к камням хранителя. И здесь, как вы видите, есть какая-то избушечка. А ну давайте ее проверим. Нам нужно перейти на ту сторону. Вот, вот так вот. Стой. Надо что-то нам далеко не бежать. И все сделать сразу. Здесь. Все рядышком, друзья.
Все совсем рядышком. И здесь у нас бабушка. Плохая бабушка. Плохая, которую мы сразу... палим. Да, это ведьма. Которую потом можно будет разоблачить. Так, ребят, тут также можно собрать еще кое-какой лутик, но нас интересует вот этот вот подвал. Также вы его можете забрать себе и использовать как домик, друзья. Ну, я думаю, многие это уже знают. Алхимия! Алхимия то, что нам нужно! Ну что ж, давайте. Давайте зайдем в ингредиенты. Первый раз. Лососевая икра. Морской желудь. Как вы думаете, нормально будет? Создаем. 1000! 1100! 1100 на первом уровне, и мы просто сразу практически прокачиваем себе первый. Вау! Сколько я там чуть-чуть поиспользовал, а у меня уже прокачались невероятно сколько много уровней. Интересно, до 100? Тут, наверное, вообще за одну минуту можно прокачать алхимию до 100. Мне очень хочется проверить. Очень. Ребята, это просто вау! Это просто невероятно. Самое мощное зелье на первых уровнях я просто не встречал. Смотрите. Давай здоровье. Практически второй уровень качнулся. Вот это да. Алхимия. Алхимия уже 26 уровень. 26. Блин. И чем больше мы будем качать алхимию, чем дороже это зелье будет. Также вы можете сделать икру вместе с яйцом курицы обыкновенным. Оно, по-моему, будет стоить столько же. И еще есть рыбка. Хрипунец называется. Она довольно редкая. И зелье выходит еще сильнее. Я просто не успел ее найти, друзья. Так что извините. Ну что ж. Всем огромное спасибо за пар... Ну что ж. Спасибо, друзья, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидите редкие, невероятные секреты. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Герой Иван. Спасибо, друзья. И пока.